Ребятки, всем привет! Ну-ка, признавайтесь, у кого такой приемник был? Смотрите, приемник «Сокол». Экспортный вариант. Вчера его выкупил у населения. Но, конечно же, он не рабочий, смотрите. Ну, в таком состоянии, видите. Ну, все можно отреставрировать. Видите, все работает. Видите, все крутится, все работает. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сигналы точного времени, друзья. Ну, в таком состоянии. Ручечка здесь, видите, вот такая вот. Нету тут такой пластмассовая накладочка должна была быть. Хорошая вещица. Модель 308 FM-AM. Видите, кнопочки работают. Антенка работает, друзья мои. Нету, конечно, шнуров здесь. Но это, конечно же, на реставрацию. На реставрацию. Сделано у СССР. Экспортный вариант. Сокол 308, друзья мои. Слушать ласковый май, друзья, да? Отличное приобретение. Хорошая вещь. Надежная вещь. Это наша история, друзья. Все. Да, еще купил вот такую вот медициночку вчера, видите? Вот такая вот медициночка. Вчера было очень много покупок. Елочные игрушки. Книжки. Советская энциклопедия. Начиная с 30-х годов, заканчивая 40-ми годами, друзья мои. Конечно же, все покажу. Все, удачи. До новых встреч в эфире. Берегите себя. Собирайте и коллекционируйте. Пока.